Друзья мои, мы выехали, вам специально снимаю видео. В общем, так, рассказываю. Ехать нам примерно 15-16 часов. Мы всей дружной компанией. Кого показывать можно, кого нет? Тут сразу мне говорите. Всех можно показывать? Да. Меня можно. Я Виталик. Вот рядом Виталик. Вот Кристина. Машем рукой. Андрея. Вот, да, и Виталик за рулем. Все, друзья мои, мы поехали. Пожелайте нам хорошего пути. А вам я хочу сказать с наступающим. Я позаботилась о том, чтобы вам было не скучно. И сегодня у меня там будут видео, которые я загрузила заранее. Ну, предыдущие. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Пишите, конечно, свои комментарии, особенно под этим видео. Желайте нам хорошего пути. Как только мы достигнем цели и мы приедем туда, куда мы собрались, я вам все сниму и покажу. Нет, еще в промежутках я буду снимать и загружать, если будет сеть. Если сети не будет, то просто не скучайте, мои сладкие, бедненькие, без меня, как вы. Да, я тоже буду скучать. Все, целую!